Пожалуйста, ваш комментарий о том, что произошло сегодня на сессии парламента, который принял в первом чтении несколько важных для правительства, и мы надеемся, для Хакасии, экономических законов. Несомненно, сегодня был первый шаг к достижению поставленных целей в рамках наращивания и создания благоприятного инвестиционного климата для инвесторов и привлечения, соответственно, инвестиций. То, что касается комментариев, которые были даны как бы до меня, то есть преференции именно угледобывающей отрасли, это не совсем так. Законопроекты рассчитаны на широкий спектр видов экономической деятельности. Что касается глубокой переработки угля, там прозвучал термин термоуголь, то эти вопросы в настоящее время остаются открытыми. У нас сейчас идет процесс обогащения угля, это несколько иное. Хотя мы приветствуем развитие углехимии, более глубокой переработки угля, что связано с повышением добавленной стоимости, это опять же обернется ростом налоговых платежей. И здесь не нужно будет зацикливаться именно на угледобывающей отрасли. Нужно смотреть гораздо шире на тот эффект, который принесут данные законопроекты. Можете ли вы предположить, какие поправки будут выдвинуты депутатами к рассмотрению законов во втором чтении? Вы знаете, это вопрос планомерный и этот вопрос переговорный. Я думаю, что мы узнаем об этом в ходе обсуждения данных законопроектов и подготовки к следующей сессии Верховного Совета.